Вывести человека из запоя или снять запойную порчу можно при помощи следующего ритуала. Взять с собой на кладбище вина и пшена. На кладбище следует идти в убывающую луну, и если снимаете запой женщины, то в женский день, среда, пятница, суббота. Если снимаете запой с мужчины, то в мужской день, понедельник, вторник, четверг. Итак, найти могилу на кладбище, где покойник лежит, 9-й день со дня смерти. Насыпать пшеном на могиле крест. Налить стопку вина и читать следующий заговор на имя покойного, который вы прочитаете у него на табличке. Принесу на могилу зелье, называете имя покойного, выпьет, вылью на землю, поклонюсь я душе покойного, образуй мне мужа или сына, дочь, друга, с кого вы снимаете запой, запойного, чтоб от пьянства отворотился, чтоб к разуму воротился, да будет так. Сделать поклон, вылить вино и оставить откуп, пряники и конфеты. Попросить покойного о том, чтобы он простил вас за беспокойство, а при выходе с кладбища кинуть горсть монет правой рукой около калитки.